Друзья, всем привет! Вы на канале Фигурка и с вами Анастасия Логинова. Сегодня мне удалось побывать на съемках нового выпуска «Ледникового периода». И главное событие сегодняшнего дня – Женя Медведева вернулась в проект с новым партнером Федором Федотовым. Ребята подготовили целых два номера. И хочу вам сказать, что такой Женю вы еще точно не видели. Не буду раскрывать все детали, но я уверена, что выпуск вам понравится. Ребята выучили несколько поддержек, а также один секретный элемент, о котором я вам рассказывать тоже не буду, но вы его обязательно увидите. Мне удалось поговорить с Женей буквально совсем немного времени, потому что ей нужно было спешить по делам, но из этого небольшого интервью вы узнаете, каково ей кататься с Федей, что она считает действительно ключевыми преимуществами или даже отличиями от Дани Милохина, а также какое тату сделала Женя. Ну а пока не забудьте подписаться на канал Фигурка, поставить колокольчик и не пропускать все наши видео. До встречи! Ну что, как для тебя возвращение на ледниковый период? Как это ощущать, что ты снова выступаешь с номерами в проекте? Да, ну, на самом деле, в моей жизни это выступление хоть отбавляй, поэтому для меня важнее не куда вернулась и как вернулась, а важнее с кем вернулась. Ну, вот, с Федей Федотовым сейчас откатали два номера с очень хорошими оценками, с очень хорошими оценками. Я наконец-таки выдохнула, перекрестилась, потому что я думаю, господи, наконец-то хорошие оценки. Потому что, ну, все равно я могу сколько угодно говорить, что я там, да, я понимаю, что это шоу, тыры-пыры-трали-вали, но все равно я как спортсмен переживаю, когда нам что-то ставят. Причем, когда чувствуется какая-то предвзятость, меня это очень сильно расстраивает, прям до слез. Вот, но сегодня хорошо было. Практически за неделю или там за чуть больше количества времени поставили два разных номера. За три дня. За три дня? Как вообще это? Как это пережить? Это чудо? Это пережить на самом деле не так сложно оказалось, как мы думали, потому что, ну, во-первых, нам очень с Федей нравится то, что мы делаем, и мне приятно, что Феде тоже комфортно со мной. Мне именно по росту, по скорости, по умениям тоже с ним очень комфортно. И самое главное, что мы как люди взаимоуважаем друг друга. И для меня это, как оказалось, очень-очень-очень важно. То есть можно закрывать глаза сколько угодно на то, как разговариваю с тобой партнер. Но на большом контрасте я почувствовала, что, наверное, это именно вот так вот должны друг друга уважать и взаимодействовать партнеры и партнерши. Ты в телеграм-канале написала, что ты сделала тату. Ты да. Можешь что-нибудь приоткрыть? Это действительно тату или это какой-то прикол с шоу? Нет, это не прикол, но я скажу так, что, друзья, это тату заметят только самые внимательные. Но на фоне фотографии от шоу его будет видно? Нет. Нет, на фотографиях, на видео ее будет не видно, но смотря в каком наряде.